Привет. Так.
Good morning. Sit down, please. Who is on duty today? Алиса. Может быть, ты? Я понимаю, что ты не готовилась, но не бойся. А я не боюсь. А почему ты сидишь? Что? У вас что, в школе не встают, когда отвечают? Нет, у нас не встают. Но тем не менее, встань. Only I wasn't in London for long, so I doubt whether I can tell you much about it. London is the capital of Great Britain and one of the largest cities in the world. No one knows exactly when it was founded, but the Romans sailed up the River Thames and built a fort more than 2,000 years ago. London has lots of beautiful old buildings, like Westminster Abbey, the Houses of Parliament and the Tower of London. London has changed a great deal over the last 100 years. Tall modern blocks of flats and offices have appeared, and an underground tunnel has been built. Ничего особенного не вижу. There's a very nice zoo there, with all sorts of animals. А ты английский в школе учила? У меня родители знают, и я с детства слышала. А, может быть, ты еще какие-нибудь языки знаешь? Я не очень способна. Я знаю всего 8 языков. Надо что-то решать. Надо что-то решать. Нет. Ребята, я не знаю. Алиса. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чистого истока. Прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня не в райские края. Слышу голос, голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чистого истока, прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь.